тяжелая игра в том плане, что нам было много очень брака в простейших ситуациях, и поэтому команда соперника получала возможности контратакам. Немножко во втором тайме стало получше, но все равно брака сегодня, процент брака зашкалил. Поэтому такая нервная игра получилась. В концовке команда взвинтила темп. С чем это связано? Это Арсенал подсел? Либо... Ну, здесь понятно, мы играли дома. Понятно, что мы хотели победить, то есть большими силами бежали в атаку. Но опять-таки мы не доводили последний пас страдал. А так Арсенал тоже пытался выиграть, поэтому тоже где-то раскрывался. И в концовке игра просто раскрылась. Эта пауза, она в плюс или в минус сказалась? Ну, в том плане, что мы поработали на физическом качестве, это, конечно, в плюс, но то, что игровой тонус был утрачен, это сказалось в противоположную сторону. Ну, после окончания первого круга начали сразу подготовку, немного была пауза, и начали сразу подготовку к Дзержинскому Арсеналу. Указали на их сильные и слабые стороны, потому что в первом кругу они нам доставили очень много неудобных моментов, от которых мы пропустили. Сразу начали подготовку к этой нынешней команде. Значит, в первом тайме я считаю, то, что полностью выполнили установку тренера. Он говорил нам, чтобы мы контролировали как можно больше мяч, заставляли бегать их. Первые минут 15 были сумбурные, но под конец взяли мяч под контроль и, я думаю, завладели преимуществом. Во втором тайме вышли, также играли уверенно, но какие-то нелепые моменты, недоигрыш, и пропускаем опять со стандарта. На последних минутах вроде и у нас запас сил, забили гол, вот, рады.